Предприятие работает с 83 года. Было построено как по возмещению ущерба в связи с постройкой водохранилищ для зарыбления, искусственного зарыбления водохранилищ Саратского и Волгоградского. Вот. До 2008 года была государственная программа, по которой мы выпускали рыбу в Волгу. Был государственный заказ. 2008 года этот заказ исчез. Сейчас только компенсационные выплаты идут по предприятиям, наносящим ущерб водоемам. Им насчитывают ущерб. Мы выпускаем рыбу, исходя из той суммы ущерба, которая им была начислена. Вот. С 2009 года по 2013 год мы выпускали рыбу в Саратское водохранилище в основном. И с 2016 года начинаем выпускать рыбу уже по Российской Федерации. Это Уральский регион, Поволжский тоже. Но в Саратскую область у нас как-то не попадает в основном. У нас вся рыба по зарыблению уходит, я говорю, либо в Оренбургскую область, в этом году в Свердловскую, Республика Татарстан, Липецкую. Кроме этого, выращиваем товарную рыбу, карпа, толстолобика Белого Амура и щуку. Щука у нас уходит вся в Московскую область. Реализация идет туда, ее берут для платной рыбалки. А товарная рыба, карп, Белый Амур, толстолобик, реализуется... Ну и в пределах области, также и в городе Балаково. Основная масса тоже уходит за пределы области. Это Самарская область, Ульяновская, Пензенская, Республика Татарстан. В городе Балаково мы реализуем рыбу на ярмарках выходного дня объема. В прошлом году мы произвели 160 тонн товарной рыбы. В этом году произвели поменьше, вот, ну, порядка 100 тонн. Ну, на сегодняшний день всего 20 человек у нас работает. Вот, было время, когда... Численность доходила до 60 человек. Ну, в связи с тем, что у нас немножко упали объем производства, в связи с тем, что тяжелое финансовое положение у нас на данный момент. Вот, поэтому как-то так. Ну, потихоньку пытаемся выходить из сложившейся ситуации, будем наращивать объемы производства. И также, наверное, будем увеличивать количество видов других рыб для продажи. А площадь прудов у вас какая? Ну, общая площадь предприятия прудов у нас 920 гектаров. Ну, по сравнению, например, с другими питомниками, это много или мало? Ну, по сравнению с другими питомниками, таких питомников в Саратской области больше нет. Я бы даже не то, что сказал в Саратской области, таких питомников мало вообще в Поволжском региональном округе. Поэтому мы являемся по площадям самым крупным, по крайней мере, в нашем регионе. У вас работники, они где-то обучались, чтобы вот уметь выращивать, общаться с рыбой? Довести ее до дальних районов? Ну, специально никто, конечно, нигде не обучался, но, скажем так, специалисты есть со специальным образованием, да? Вот, а люди у нас в основном местные из окрестных сел. Вот, но, естественно, что с первого раза ничего у всех не получается. Но с годами приходит опыт и... Уже начинают понимать, что как делать, как возить, как довести, как сохранить, как сберечь. До товарного вида рыбы сколько растет и чем вы ее кормите? До товарного рыбы может вырасти и за 2 года, но предпочтительная 3-летняя рыба, потому что сейчас спрос на рыбу более крупного размера. Вот, поэтому кормим мы ее по мере возможности. Конечно, идеально кормить ее комбикормом, но комбикорм не всегда хватает средств, поэтому кормим и зерном, кукурузой, и пшеницей.